тетей приехали в Соль-Илецк. На обратном пути она на вокзале дала мне 1000 рублей и сказала: будь здесь, сейчас до знакомых схожу, подойду. Ушла, не вернулась, все. Если верить рассказам этого мальчика, задержанного сегодня на привокзальной площади, родители у него погибли 6 лет назад. Все это время он жил в Челябинске на квартиру у друзей. Вместе мыли машины, зарабатывая деньги на еду. Но полицейский сомневается в правдивости его слов. Тете или других родственников найти не удалось. И вполне возможно, Сережа вообще никогда не был в Челябинске. Скорее всего, это профессиональный бродяга, потому как ловко ориентируется в обстановке и... так скажем, ему удается вводить сотрудников полиции пока в заблуждение по поводу своей личности. Сережу уже помещали в приют, но он сбежал оттуда. Около вокзала полицейские его задержали при попытке кражи одежды. Если вам что-либо известно о личности мальчика, просьба позвонить по указанным телефонам.